release. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 4 сентября, и мы продолжаем нашу тему. Мы говорим о рождении поэтических строк. И сегодня звучит стихотворение русской советской поэтессы Марии Петровых «Муза». Когда я ошибкой перо окуну, минуя чернильницу, рядом в луну, в ползучее озеро черных ночей, в заросший мечтой соловиный ручей, иные созвучия стремятся с пера, на них изумленный налет серебра, они словно птицы, мне страшно их брать, но строки, теснясь, заполняют тетрадь. Встречаю тебя, одичалая ночь, и участь у нас, и начало точь в точь. Мы обе темны для неверящих глаз. Одна и бессмертна отчизна у нас. Я помню, как день тебя превозмогал. Ты помнишь, как я откололась от скал. Ты вечно сбиваешься с млечных дорог. Ты любишь скрываться в расселенных строк. Исчадие мечты, черновик соловья, читатель, единственный, муза моя. Тебя провожу, не поблагодарив, но с песней восторга, бегущей от рифм. Дорогие друзья, вот так у многих поэтов и писателей музой являются их поклонники, читатели и слушатели. С вами была поэтическая онлайн-программа «Утро с книгой». Всего вам самого доброго, светлого и радостного. Пока-пока!